Без банковской карты в ВУЗ не пройти. В скором времени пропускная система в Ивановском химтехе значительно преобразится. Совместный проект университета и Сбербанка предполагает создание современной цифровой инфраструктуры. В торжественной обстановке в конференц-зале ИГХТУ подписали документы о сотрудничестве. Это будет договор о создании на базе ИГХТУ кампусного проекта. Это проект инвестиционный, и мы очень благодарны Сбербанку за то, что они выбрали химтех площадкой для этого, по сути, эксперимента. На реализацию проекта банк выделит почти 4 миллиона рублей. На эти средства будут закуплены турникеты, выпущены так называемые кампусные карты. Это не только привычный платежный инструмент, но и электронный пропуск. Также планируется использовать карточку в качестве цифровой замены студенческому билету и зачетной книжке. Кроме того, такую карту можно будет интегрировать со смартфоном. Цель кампусного проекта – это сформировать удобную технологичную экосистему для любого учебного заведения. И в результате этого банковская карта национальной платежной системы МИР будет позволять не только получать зарплату или стипендию, но и также иметь доступ к другим полезным системам университета. Химико-технологический университет – первый в Иванове, который перейдет на пропускной режим по банковским картам. На реализацию проекта уйдет не больше года. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.